Сколько составляет штраф за езду без поворотников? Своевременное включение сигнала поворота обеспечивает безопасность движения на дороге, указывает на проведение маневра. За нарушение ПДД за езду без включенных поворотников предусматривает предупреждение или наложение штрафа. Привлечение к ответственности. В каких случаях водитель ТС обязан включить сигнал поворота? Включается за несколько секунд до начала движения, разворота, перестроения, а также перед выездом на парковочное место, независимо от времени дня или ночи. В 2018 году сколько составляет штраф за езду без поворотников? В соответствии с Ч. 1 статьи 12.14 КАП за совершение маневра без включения полагается предупреждение или взыскание в размере 500 рублей звездочка на обжалование или оплату в течение 70 дней. Если оплатить штраф в течение первых 20 дней с момента введения в силу заключения сотрудниками ГИБДД, то размер оплаты сокращается до 50% и составляет 250 рублей. Звездочка поворот без стрелки повышает риск столкновения, обратите внимание. Лицам, уклоняющимся от уплаты, грозит санкции в размере 1500 рублей. Звездочка, из которого 1000 рублей за просрочку оплаты. Получение предупреждения. Нередко сотрудники ДПС останавливаются только на предупреждении водителя во избежание дальнейшего нарушения. Выдается водителю в следующих случаях: отсутствие серьезных последствий, отсутствие или количество задержаний в базе ГИБДД России. Нет основательных доказательств. Обратите внимание, в таких случаях инспекторами проводится беседа с водителем за неправильное вождение. Задержание за неработающий сигнал. Согласно действующей статье 12.5 РФ запрещается управление автомобилем с нерабочим сигналом. В противном случае сотрудник ГИБДД имеет право наложить штраф за поворотник на водителя в размере 500 рублей. Звездочка. Кроме этого, в статье 12.5 части 3 значится запрет на применение впереди на кузове автомобиля поворотных сигналов красного цвета, что также влечет наказание. За такие действия сотрудники имеют право штрафовать на месте задержания. Оспаривание полученного штрафного. Водителю предоставляется 10 дней, чтобы оспорить штраф. Избежать штраф за невключенный поворотник получится только через признание вины перед инспектором ДПС, который может вынести только предупреждение. Однако для этого должны быть вышеуказанные смягчающие факторы. Важно! Оспорить собственную виновность можно только в судебном порядке. Способы получения взыскания. Существует несколько способов получения взыскания. Один из главных – получение от сотрудника ДПС, а также через заказное письмо получить, которое можно в почтовом отделении. Оштрафовать инспектор имеет право на месте нарушения, предоставив подтверждающие фотоматериалы. По факту составляется протокол, выписывается квитанция. Те, кто желает проверить наличие имеющихся задержаний, могут проверить информацию онлайн через собственный компьютер. Делается это следующими способами. Единый портал госуслуг. Для проверки наличия выписанных наказаний необходимо зарегистрироваться, указав личные данные. Для поиска необходимо ввести госномер ТС, номер водительского удостоверения или выписанного взыскания. Сайт ГИБДД. Для проверки также потребуется введение вышеуказанной информации. Обжалование. Наказание за то, что водитель ТС не включил поворотник, полагается денежный штраф, на оплату дается 70 дней, из которых 10 предоставляются. Написать о пересмотре дела. Для доказательства невиновности необходимо предоставить фото и видеоматериалы с места нарушения. Форма на пересмотр наказания указана на официальном сайте ГИБДД. Также можно подать заявление в судебном порядке. Избежать штрафа за езду без поворотников можно при чистой водительской истории, а также езды на исправном ТС. На оплату или обжалование полагается 70 дней. При отказе выплаты судом назначаются более строгие меры пресечения. Звездочка. Цена актуальна на июль 2018 года.